И вновь Михайлов. Ну, вот, наконец-то, да, на одном блоке ему дали порезвиться немножко. И сейчас поймает он игровую. Special swing. Мяч полетит. Вот динамовцы уже комбинируют, но не забивает Ильиных, а «Зенит» в контратаке 16 очко набирает, перерыв. Открытие чемпионат. Almost burst the volleyball. Technical timeout number two. Zenit leading by five and by two sets to nothing. Oh, so with that spike. Чувствуете разницу, да? Прошлый эпизод, как неплохая доводка получилась, грёза, великолепная атака. А потому такой ответ. Ну и Гроссман сейчас готов из всех вообще зон атаковать, по-моему. Подачу Георга Грёдзера, например, может идти вчетвером стоит. We'll be right back.
put it away. Блинги не крайне недоволен этим обстоятельством. Вот так вот. Вот так вот должен действовать диагонали, да еще такой сборной, как Италия. Attackers plus the pipe, it's Patch who buries that one cross court. And Iran were Christensen, the only place he could go was there, but he made sure to get on to Anderson. And a massive swing from Patch. Заявки, но так вот сказать, что мы его игру помним и можем оценить, тоже ведь не приходится, мало опыта. Oh, look at that. Karasiewicz across the face of Usmani Juan Torena.
Brilliant. Absolute. Just have to do that. Go out there. Zaczynamy się przyjmować do Hatowiania, Bartosz Kurio! Ależ wydarzenie! Do Amem! Na najwyższym poziomie! Atak w marzenie, powiem! Coś! The Korek! Chris Gray! For the Polish Open! Dobra, jest to dobrej, gdzie jest komanda przegrawszy, 5-6 w partii.